Мне кажется, это очень такие, скажем, так можно выразиться, смелые ожидания, такие завышенные ожидания. Мне кажется, что Евросоюз как таковой – это такая, в общем, наднациональная организация, которая будет продолжать существовать и дальше. Единственная возможность я, или такой, так сказать, сценарий я вижу какого-то, скажем так, развала Евросоюза, если количество стран-членов этой организации зашкалит, что называется, да, и страны-члены не смогут договориться, не смогут как-то договориться по, скажем так, приведению в соответствие с юридическими нормами Евросоюза своих национальных законодательств и своих экономик.